вами я, Палкин Сергей, и очередное видео из Штатов, из Майами. Я нахожусь в West Palm Beach, это такой городок. Это, наверное, центр, где гуляют все, кушают и жарят. Короче, я приехал на очередной турнир. Сейчас сделал танинг, цвет. Как его делать, я уже вам показывал и рассказывал. Обязательно, если хотите хороший цвет, делайте вечером один слой и непосредственно в день турнира следующего. Я зарегистрировался в этот раз без вообще прям в титульках оказался, чуть-чуть побольше. 192 паунда у меня максимальный, и на весах я показал 192. При условии, что качество было такое же, как на прошлой неделе, когда я выиграл абсолютку Diamond Classic. Сейчас загрузился, как обычно, жирами и углеводами. Был бургер жирный, самый калорийный, 1600 калорий. И sweet potato free и чизкейк мой любимый. Чизкейк в этот раз был вообще супер-бомба. Пинерманов тоже самый калорийный, был 1600 калорий. И бургер 1600 калорий. 3200. Но это только начало. И воду я исключил, как я уже говорил. Сегодня вечером и завтра я воду не пью, но ем. Чувствую себя хорошо. Пам пошел, вверх пошли. Друзья, опять загрузка и еще некоторые моменты, и отвечу на вопросы, которые задают мне часто. За сколько нужно делать последнюю загрузку? И сейчас 7 утра, у нас 8 утра будет митинг, будут раздавать номерки, 9 утра начало соревнований, где-то я думаю, что часов 10-11 я буду выступать. Сейчас последняя такая основная загрузка. Я опять заказал себе омлет, панкейки, сосиски, бекон. В общем, углеводы и жиры. Воду я уже исключил еще со вчерашнего вечера. И перед сценой я сейчас покажу, для того, чтобы был хороший памп. Вот такое очень мягко, очень вкусно. Не знаю, в России, на Украине такие есть. И плюс ко всему, очень крутой шоколад. Он кусочек маленький, но супер калорийный и супер какой-то вкусный. Карамель тут нереально. Я вчера кусочек отломил, чуть не офигел. Вот такие штуки я съем перед выходом для пампа. И основная загрузка будет сейчас. Чем, ну, примерно за 2-3 часа лучше не забивать себе живот, для того, чтобы максимально с плоским животом выходить. Вот. Дальше увидите место проведения. Надеюсь, что пустят за кулисы поснимать. Посмотрите, как проходит за кулисами все дела. Ну что, вот принесли еду для загрузки. Как я и говорил, жиры и углеводы. Сейчас еще принесут мои панкейки. Панкейки здесь офигенские. Мы сегодня завтракаем в Байхопе. Блин, уже время половина восьмого. 8 часов у нас будет митинг, будут раздавать номерки.
И дальше вы увидите место проведения соревнований. В этот раз очень классное место, это университет. Я покажу, как выглядит в Штатах университеты. И, в общем, пишите вопросы, я буду отвечать и снимать, чтобы именно было вам интересно. Какие-то тонкости, секреты буду рассказывать. Моменты приятные. Сейчас будет проходить митинг, будет раздавать номерки, будет всем рассказывать, кто когда выступает, во сколько. Все понятно, доступно, чтобы никто ничего не купил. Судя по участникам, всех расставляют, где кто должен стоять, где когда должен выходить. Никто не теряется, всем все понятно и ясно. Сейчас раздают номерки, отдаем музыку, кто в бодибилдинг выступает. И начинаем уже разогреваться и готовиться. Thank you guys for coming. It's amazing to see this many bodybuilders and guys come on stage. This show really brings the best crowd. So, and you guys, whoever wins is going to be a true winner. Thank you so much for supporting the show. And please, we have the backstage. There's the women's locker room and the men's locker room. Since there is no women, you can use both. And there is the drinks there, and there's drinks in the back. No camping in a backstage area where the gym is, and no tanning. And Alicia is going to tell you more about the tanning. But please don't touch up backstage or do the spray because people slip and fall down. And get pretty much covered everything. Just going to go over the order real quick. Bodybuilding first, men's physique, armed forces. Сейчас я нахожусь в комнате для раскачки перед выходом на сцену. Флорида Гран-при – одно из моих любимых соревнований, потому что условия просто супер. Во-первых, очень много места. Это университет. Университет очень большой. Сейчас мы в тренажерном зале, полноценный тренажерный зал со всем оборудованием, которые есть в фитнес-клубе, даже есть беговые дорожки и все, что хочешь. Новейшее оборудование, гантели, штанги, зеркала, хорошие туалеты. И прямо отсюда выход к танингу, к гримированию и нанесению блеска перед выходом на сцену и потом сразу на сцену. Еще соревнования очень классные тем, что будут кормить. Я вам покажу, чем. Еда бесплатна для участников соревнований. Но это уже после предварительного судейства, это ближе к финалу. Сейчас ждем категорию, потом начинаем раскачиваться, наносим блеск на сцену.
one step forward. 103. Ooh, 7. Take a step to the right. 661, take a step to the right. And 704, go right there. Предварительное судейство, категория прошла, вечером остается ждать финалов и абсолюта. Что-то у меня живот не очень хорошо себя чувствует, поэтому мы после предварительного судейства приехали в ресторан и заказали суп. Суп из лобстера, очень вкусный, крем. Для желудка то, что надо. В Америке, как я уже, наверное, говорил, я повторюсь, принято соревнования проводить два этапа. Утром предварительное судейство, вечером финал. А самое важное происходит утром. Утром судьи решают, кто на каком месте будет, а вечером уже произволка и награждение. Потом после награждения абсолютка. В принципе, по большому счету, можно уже после первой части есть, пить, отдыхать. Вот. Вторая уже будет награждение и произволка. Но если... если ты займешь первое место, то тебе придется бороться еще в абсолютке. Если форму сильно испоганить, то абсолютку не выиграть. Поэтому я аккуратно, без фанатизма, взял супчика и взял пасту. Ну, макароны. С курицей, еще с чем-то, с сыром. Короче, сейчас поедим, поедем домой отдыхать.